Привет, ребят! Я хочу вас пригласить на онлайн-марафон «Возможности меня». В этом марафоне мы поговорим, что такое психологические зажоры, что такое состояние автономии, какие проблемы и вопросы вас оттягивают вновь и вновь в ту жизнь, от которой вы хотите уйти. Этот марафон, он проходит онлайн. Вы можете его в любой момент посмотреть, он останется у вас в записи. И если вы по каким-то причинам не сможете присутствовать на нем, то обязательно сможете посмотреть его в следующий раз. Это очень удобная форма для тех, кто, к сожалению, по каким-то причинам не может присутствовать лично на ретритах. После этого марафона вы уже никогда не будете прежним. Вы поймете, что такое еда, почему вы так подвязаны. И уже будет выбор за вами, кушать или нет, что кушать и в каких количествах. Вы будете определять. Вы будете определять, как строить свой круг, который состоит вокруг вас. Ваши родственники, ваши близкие, ваши друзья, ваши коллеги. Вы будете четко расставлять приоритеты, и мир будет ваш. Не вы будете чью-то жизнь проживать, а обязательно только свою. Мы поговорим о разных моментах, которые вас перенесут к самому себе. Вы познаете, что такое вы. Вы познаете, кто вы для самого себя. И как только вы вернетесь к самому себе, тогда уже никто не сможет вами руководить и манипулировать, в том числе и еда. Присоединяйтесь, ребята, я жду вас.